кого бы. Не, не считаю нужным. Что? Не считаю нужным. Что именно? Ну, вставать на учет. А в детскую с чем? С военным билетом, с белым. Что? С белым военным билетом. У вас, смотрите, я понимаю все эти вопросы. Ну. Просто, ну, это не моя прихоть. Это... Я понимаю, но у меня белый билет. Белый билет. Вы все равно повыне были везде выйти, чтобы пройти телекомиссию. Куда? Военкомат? Да. Так военкомата нету. Ну, это РТЦК-то. Ну, я понимаю. Ну, ко мне какие вопросы? У меня белый билет. В нем черным по белому написано. Тут черным по белому написано, вам надо написать эту штуку и выключить. Я не хочу эту штуку писать. Ну, просто не хочу, не считаю нужным. Русский ждем? Кого? Хуя моего, блядь, Ина, сука, тупорылая, блядь. Что ты мне каблишь, сидишь, выебываешься? Думаешь, что ты будешь, сука, нянькаться, блядь? Хуя тебе, она достала паспорт, сука, получила билет и пошла в комиссию проходить. Овца, что ты смотришь на меня с такими глазами? Чего вы так разговариваете? А как с блядиной разговаривать? Что ты смотришь на меня, сука? Давай паспорт оформляться будем сейчас. Не считаю нужным, да, блядь? Хай, так, сука, блядь, плохи гибнут, как вы думаете. Белый билет купил, да, сука? Кого купил? Шо, он выписан еще, блядь, 18 лет. Почему? Белый билет. Почему не служил? По состоянию здоровья. Что со здоровьем у вас? Проблемы со здоровьем, ну, с легкими проблемами. Туберкулез? Ну, можно и так сказать, да. Вам должна быть перекомиссия. Какая перекомиссия? На данный момент. Ну, меня в 18 лет полностью комиссовали. Вы меня и черным по белому написали, вы только во время войны. А сейчас что? Военное положение. У нас не военное положение, молодой человек. А что у нас? Стан войны на данный момент. Военное положение. Блядь. Ты че, сука, вообще ебанут, ебанашка, блядь. Вы не хотите служить. Кого? Служить не хотите. В смысле служить? Дорога. У меня белый билет. Белый билет, сука, это, блядь, видно, нарик бывший, горная, сука, блядь. Горная дорога, иди ты. Блядь, Дина, еще раз поймаешь, я тебе, сука, глаз выдавлю. Пошел нахуй отсюда. Лежать, горная дорога. Пидараса кусок, блядь. Вроде Харькове. Астана. Вот ты че, мразина, русских ждешь, сука, тварь, блядь? Что ты смотришь глазами сами, вылазим нахуй на свои брычки, блядь? Подозрение было в коллаборантстве, сука? Что ты смотришь, хуй? Я, блядь, руки на рулевое колесо бегом, блядь. Говори, сука, бегом. Что тебе говорить? Ты чё, мразь, нахуй, блядь? Попутала что-то, сука. Документы оформляем, сейчас на фронт поедешь, да. Сука, блядь, своих встречать едино будешь. Жикаре живешь, знаю уже все за тебя, сука, информация пришла сейчас. Давай, набирай адвоката, кого надо набирать, сейчас, сука, всем на раскину, нахуй, кто, блядь. Коп, шо за коп, блядь, сука, блядь, не убивал, нахуй.